Сильвестра. Здесь на плоскости есть несколько точек, не все из которых лежат на одной прямой, то можно так провести прямую, что она пройдет ровно через две. Это знаменитая задача. Давайте я нарисую какую-нибудь картинку. Вот, например, так. Да? Это знаменитая задача. Если ее пытаться решать, рассмотрев выпуклую оболочку этих точек, то вы обнаружите забавную вещь. Вот, а вдруг здесь лежат точки? Ну, конечно, тогда на этой прямой тоже должна лежать. А вдруг здесь лежит? Конечно, тогда на этой прямой тоже должна лежать. А вдруг здесь лежит? И вы обнаруживаете, что внутри какая-то хитрая конфигурация. Самое, что называется, понятное решение этой задачи звучит так. Надо для любых трех из вошедших в нашу конфигурацию точек рассмотреть кратчайшую высоту соответствующего треугольника. Для любых трех точек рассмотрим высоты треугольника и выберем из них кратчайшую по всем тройкам, всем. Пусть вот это и есть кратчайшая высота. Вот она, я ее нарисую. Кратчайшая высота. Если предположить, что нет такой прямой, проходящей через две точки, то на этой прямой обязательно лежат хотя бы три точки. Но тогда, соответственно, либо слева, либо справа от перпендикуляра лежат две или больше. Отлично. Вот предположим, например, с этой стороны лежат вот это одна из наших точек, это одна из наших точек. Это. Замечательно. А, Б, С. Б и С лежат с одной стороны от перпендикуляра. Ну, господа, тогда все легко. Мы просто берем прямую АС и говорим, что высота, опущенная из точки Б, конечно, меньше, чем высота, опущенная из основания перпендикуляра, а она, в свою очередь, меньше отрезка АН. Таким образом, мы нашли еще более короткий отрезок. То есть мы взяли самую короткую из высот и выяснилось, что на самом деле есть еще меньше. Это замечательное, понятное решение.